Приветствую вас, дорогие человеки! С вами Снежана Туманова, и я расскажу вам о погоде на 19 ноября. В Ставрополе прохладно, термометры покажут от плюс 8 до плюс 6. Не обойдется без небольшого дождя, а ветер будет легким, до 3 метров в секунду. На Кавминводах схожая картина, небольшие дожди при температуре от плюс 10 до плюс 6, ветер спокойный, всего 2 метра в секунду. В Дивном пасмурно, температура ожидается от плюс 9 до плюс 6, ветер слабый, до 3 метров в секунду. В Буденновске облака иногда будут пропускать лучи солнца, температура от плюс 10 до плюс 6, ветер тихий, не более 2 метров в секунду. В Черкесске небо затянуто, температура от плюс 10 до плюс 7, ветер не сильный, до 2 метров в секунду. В Домбае погода будет сложной, дождь, переходящий в снег, температура от плюс 4 до плюс 2 штиль. В Нальчике яснее, чем в других городах, облаков совсем немного, температура от плюс 5 до плюс 2, ветер слабый, до 2 метров в секунду. В Тырныаузе пасмурно, столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 7, ветер почти незаметен, всего 1 метр в секунду. Во Владикавказе сплошные облака, температура от плюс 9 до плюс 4, ветер легкий, до 4 метров в секунду. В Феогдоне немного похолодает от плюс 8 до плюс 6, возможен небольшой снег, ветер слабый, до 2 метров в секунду. В Грозном также пасмурно, температура от плюс 10 до плюс 5, ветер тихий, до 2 метров в секунду. В Махачкале мрачновато, от плюс 12 до плюс 10, ветер слабый, до 3 метров в секунду. И самый теплый уголок, Дербент, где температура составит от плюс 14 до плюс 11, пройдет небольшой дождь, ветер умеренный, до 5 метров в секунду. Пусть погода не испортит вам настроение. Увидимся снова, дорогие человеки.